Сейчас град ополченцев произведет залп из 20 реактивных снарядов по аэропорту Луганска, где сидят боевики хунты. Сейчас будут бить две установки «Град», но место пристрелено, поэтому быстрый залп и уход. Сегодня солнечная погода, ожидается град, к сожалению, всего два. Это третий выезд за сегодняшнее утро, потому что ополченцы пытаются подавить скопление бронетехники и, главное, установок СМЕРШ, град, Укропской армии. Потому что в 16 часов отдан приказ открыть массированный огонь по Луганску из всех крупных калибров. Предыдущий выезд, где работали два града, был крайне успешным. Сейчас предыдущий выстрел шел в сторону металлиста. Сейчас два ополченских града отработают аэропорт Луганска. Последние минуты жизни укропов. Лютый, присядь! А теперь уходим по машинам! По машинам!